каждая женщина знает, что красота рождается изнутри. И продолжая серию продуктов «Красота изнутри», в преддверии летнего сезона компания Tenturium вывела на рынок вот этот новый продукт с названием, который говорит само за себя – «Апикрасота», то есть красота, которую дарит нам пчела и природа. Почему этот продукт особенно нужен в летнее время? Яркие лучи солнца радуют нас, но губительно действуют на нашу кожу. Одна из основных причин старения кожи – это фотостарение. Под действием солнечного света в верхних слоях кожи происходит бурная реакция окисления. Появляется все больше и больше свободных радикалов, врагов нашего здоровья и нашей красоты. Согласно последним научным исследованиям, употребление в пищу каротиноидов, натуральных каротиноидов, увеличивает степень защиты кожи от фотостарения. А лучший натуральный источник каротиноидов – это пчелиная обложка. Каротиноид лютеин, который в большом количестве содержится в пчелиной обложке, способствует увлажнению кожи изнутри и ее защите от свободных радикалов, образующихся в результате воздействия ультрафиолетовых лучей. Кроме богатой микронутриентами пчелиной обложки, апикрасота включает экстракты трав и дикого ямса. Дикий ямс чем интересен? Он содержит уникальные компоненты – сапонины. Это они необходимы для выработки женского гормона прогестерона, как бы предгормоны. А мы все знаем, если прогестерона не хватает, видимые признаки старения развиваются очень быстро. Уменьшается выработка коллагена, замедляется процесс обновления и регенерации клеток. Включив в свой рацион ежедневный прием апикрасоты, можно очень скоро увидеть результаты. Вот за счет нормализации обменных процессов, за счет нормализации всех процессов физиологических, которые происходят с женщиной в период после 40 лет, улучшается трофика, улучшается микроциркуляция крови, эластичность кожи.